Вы, наверное, хотели увидеть кого-то другого? Я вместо него. Я вместо него. А вы можете меня назвать настоящим мужчиной? Нет, лучше вы, чем мужчины. Здравствуйте. И снова здравствуйте. Через знакомство вообще возможно попасть в ваши круги? О, интересный вопрос, точно. Долго я забыть не мог две ножки. А вас не унижает этот момент? Есть люди, которые могут болтать без умолку. Ах, ножки, ножки, где вы ныне? Где мне эти вешние цветы? Я поощрена. Вау! Блин, ну это уже какой-то капец. Давайте я буду орлом. Давайте. Я думала, вы будете скромничать и стесняться. Тяжело быть скромным, когда ты лучше. Я у бобров утащу. Гориллу я видел, я вам честно скажу, я симпатичный. Вы меня обманываете, да? Пане президенте, вы бы разрешили однополые браки в Украине? Они меня приглашали в свои вот эти тусовки, так называемые. Рот в рот умею. Про обрезание. А я одессит, я отвечаю вопросом на вопрос. Мы никому не расскажем. Это реально настоящая любовь, да. Хороший выбор. Не дай бог, если вы еще и с другими заигрываете. А вот это мы оставим для истории. Я прекрасно понимаю, что это единственный правильный путь к достижению реальных изменений в стране. То есть можно спокойно уже всем зрителям сказать, что вы с сегодняшнего дня не свободный человек? Да.